С 1 марта этого года будет закрыта привокзальная автостанция в столице республики. Там находились начальные и конечные остановочные пункты 36 муниципальных автобусных маршрутов, в том числе в Новочебоксарской, Шаке, Эльбарусово, Яуше и другие. Список можно посмотреть на сайте Минтранса. Все они будут перенесены на пригородный автовокзал по адресу улица Привокзальная, дом 3. Он расположен напротив завода «Электроприбор». Иных изменений при перевозке пассажиров по данным маршрутам не планируется. Пригородный автовокзал будет обеспечивать прием автобусов, продажу билетов, посадку пассажиров и отправление автобусов в рейс, согласно расписанию.